Дорогие друзья, с большой радостью представляю вам нашего дорогого гостя, доктора исторических наук, профессора, знаменитого белорусского археолога, который собственными руками перекопал все наши белорусские древности. Можно сказать, что это живая легенда. Человек, который был причастен к самому сакральному из нашей истории. Автор более 100 научных работ, более 10 монографий написал. Эдуард Михайлович в свое время участвовал в организации кафедры археологии специальных исторических дисциплин исторического факультета Белорусского государственного университета. Вот. Так что можем прикоснуться как бы к традиционной школе белорусской истории, еще доброй советской школе. Вот. То, чего всем нам с вами не хватает, мы вот сейчас можем вживую увидеть, задать вопросы и, конечно, послушать очень интересный доклад, посвященный археологическим древностям истории нашего города, нашей столицы, белорусской города Минска. Так что, Эдуард Михайлович Загорудский, прошу любить и жаловать. Вы все были свидетелями недавних событий, когда отмечалось 950 лет Минску. Дата эта, в принципе, условная. Точнее, она означает, что 950 лет тому назад в исторических источниках, ну, прежде всего, в русской летописи, в повести временных лет, появилось первое упоминание о нашем городе. Вот под 1067 годом в летописи появилось имя Минска. Ну, поскольку точно установить дату возникновения того или иного города другим способом практически невозможно. Правда, сейчас кое-что появляется, так сказать, в науке в этом смысле. То принято отсчитывать начало населенных пунктов или городов, в частности, со времени их первого упоминания в летописи. Вот так как Москва тоже впервые упомянута была в 1147 году, и эту дату считают как бы началом. Но на самом деле начало, конечно, могло быть и раньше. Если не встретится и такое сообщение до летописи. Вот такой-то князь, например, князь Борис, полоцкий князь Борис в 1102 году ходил на Ятвягов, победил и, возвратившись, построил город и назвал его в честь своего имени Борисом. Такие бывают. Но они очень редко такого рода сообщения. И вот несмотря на то, что мы отметили 950 лет Минску, это больше, чем Москве. Тем не менее, в исторической литературе, в периодике не прекращаются, я бы не сказал, что это научные споры, скорее это споры около научные, о том, а где же находился Древний Минск. Откуда бы появился такой спор, где находился Древний Минск? А загадку задала сама летопись. Интересно, что за три года до появления первого упоминания о Минске в русских летописях летописец записал такую фразу, что в этом году, в 1063 году, он пишет, река Волхов, на которой стоит Новгород, вытекла против течения, вспять. Это дурное предзнаменование, он пишет. И действительно, пишет, через 4 года Новгород был сожжен Всеславом Полоцким. Вот это событие, взятие и сожжение Древнего Новгорода, и послужило началом тех событий, в связи с которыми появилось первое упоминание о Минске в летописи. Что же произошло тогда? Мы не знаем, по каким причинам, но полоцкий князь неожиданно напал на Новгород. И вот, как сообщает летописец, пожег город. Хотя в других летописных списках не говорится о том, что он пожег город. Говорится о том, что он снял колокола со Святой Софии, кафедрального знаменитого Софийского собора, и увез их. И вот в ответ на это киевский князь Изяслав, который был не только киевским князем, на Руси была довольно такая своеобразная и сложная система правления. Вот Изяслав был собственным киевским князем,
к тому же он был князем всея Руси, то есть был князем и остальных русских княжеств, и еще дополнительно был князем Новгорода. И, конечно, он не мог оставить без ответа вот это дерзкое нападение полоцкого князя Всеслава. Вместе с своими двумя братьями, Черниговским князем и Переславским князем, он немедленно выступил походом против полоцкого князя. Была зима. Летописец пишет: «Зиме суще велицы, и снег был велик». Но это не остановило их. Ну, здесь все понятно. Понятно, зачем они пошли. Непонятно только, почему первым городом на их пути оказался Минск. Казалось бы, они должны были идти по Днепру. Самый прямой, самый простой путь – дойти до места, где Днепр поворачивает в сторону Смоленска, и дальше там по известным путям перейти к Полоцку. Но Минск, а Минск был в стороне от этого пути. Вот тем не менее, летописец сообщает, что князья пришли и притоша к Минску. Вы древнерусский язык не изучаете? Изучаю. Да? А, так что переводить не обязательно. И придоша к Минску. И меняне затворишася в граде, сообщает летописец. То есть минчане, значит, во-первых, жили в граде, то есть поселение имело какой-то укрепленный центр. В древнерусских городах это обычно. Нет ни одного древнерусского города, где бы не было града, или позже он назывался Кремлем, Детинцем. Вот это место, значит, было укрепленное место или град, затворившийся в граде. Они решили оказать сопротивление киевским князьям, но силы были неравны, город был взят, мужчины перебиты, а жены и дети вдаша на щиты, сообщает летописец. То есть были взяты в плен дети и женщины. Тоже вот представьте эту суровую зиму, как и куда они могли повезти этих вообще вот, своих пленников. Вообще здесь много таких вопросов, напрашивающихся, на которые и трудно дать ответ. Не только почему они повернули к Минску. Да? А вот дальше идет такая фраза, которая и стала причиной споров о местонахождении так называемого первоначального Минска. Летописец сообщает, что взяв Минск, ярославичи, ну это сыновья Ярослава Мудрого, три князя, пошли к Немизе, а Всеслав противу, напротив, значит, навстречу. И совокупившися на Немизе 3 марта, и была сеча зла, и многие подоша, и победи Изяслав, Святослав и Всеволод братьева, а Всеслав, полоцкий князь, бежа. Вот так сообщено было в знаменитой битве на какой-то Немизе. Вот 120 лет спустя неизвестный автор слова полку Юрина пишет: «Немизе, кровавы брези, не болохом бяхуть посеяны, посеяны костьми русских сынов». Долго помнили на Руси об этой кровопролитной битве. Вот фраза о том, что взяв Минск, ярославичи направились к Немизе, и смутила некоторых историков. В частности, был такой историк в Белорусском университете, он и академик одновременно был в Белорусской академии наук, Ясинский, который задался целью, так сказать, объяснить эту фразу. Зачем князьям понадобилось, взяв Минск, идти к Немизе? Ведь Немиза, по его мнению, это река Немига, наверное, а Минск стоит на Немиге. Зачем же нужно было ему куда-то им идти? И он высказал предположение, что, возможно, начальный Минск, вот о котором упомянул летопись, находился не на Немизе, а в каком-то другом месте. Эту идею он развивал, подготовил большую статью, к сожалению, эту статью не опубликовал, но в Малой советской энциклопедии есть маленькая заметка, написанная им о Минске, где прямо сказано, что Минск, упомянут в 66-м году, но здесь он ошибся на год, возник он на Немизе, на Немиге, был разрушен, а потом в 12 веке перенесен на берега Свислочи. Ну, откуда он взял 12 век, я не могу сказать. Я думаю, это чистая фантазия, потому что никаких материалов
материалов раскопок не было, потому что в Минске до этого никто не копал. Второй аргумент его, более существенный, стоял в том, что, по его мнению, город Минск, по-древнерусски Менск, получил свое название по реке, на которой он стоял. Действительно, многие города получили свое название по рекам. Например, тот же Полоцк от реки Полота, Витебск, по-древнерусски Витебск от реки Витьба, Случаск или Слуцк от реки Случаск, ну, много таких, Пинск, например. Много таких городов на территории Беларуси. И вот это, конечно, очень существенный аргумент. То есть у него было два аргумента. Первое – своеобразное толкование вот этого летописного сообщения. А второе – проблема возникновения названия города. И вот он пришел к выводу, что Древний Минск первоначально находился в другом месте. И даже указал это место. Недалеко от современного Минска, приблизительно в 12-15 километров, имеется деревня-городище к западу. И возле этой деревушки, деревня, приличная по размеру, протекает маленький ручеек, который на картах и в древних актах называется Менкой. А рядом, на противоположном берегу этого ручья, стоит величественное городище. Вот такой памятник, место, окруженное высоченным валом. Я вам потом покажу это. Покажу. Китайцы говорят, правда, лучше 100 тысяч раз, вернее, лучше один раз показать, чем 100 тысяч раз рассказать, но я вам сначала расскажу все-таки, а потом покажу, чтобы понятнее было. Вот он указал это место. Действительно, речушка есть, от которой, возможно, получил название наш город, и городище, мощная крепость, земляные валы, достигающие 5 метров высотой. Вот. Вот эта идея показалась настолько убедительной историкам, что в принципе, как будто бы ответил на все вопросы. И ни у кого практически не возникало сомнений о том, что Ясинский правильно указал на место первоначального города. В 1935 году довольно известный белорусский археолог Лябданский со своим коллегой побывали на этом месте, на реке Менке, и написали большую статью в газете «Звезда». Статья так называется, о нахождении первоначального Минска. Где практически повторили точку зрения Ясинского, правда, не сославшись на него, как на первоначального, так сказать, автора такой концепции. Но, в принципе, повторили эту статью. Это были уважаемые, известные археологи. И, казалось бы, вопрос был закрыт. Хотя в самом Минске было тоже городище, на берегу Свислочи, вот недалеко от станции метро Немига, когда-то была высокая горка, 8 метров высотой, довольно большая протяженность. Ее назвали замчищем, или Минским замчищем, или Минским замком, такое название есть, Минский замок, или Замковая гора, вот несколько таких названий. А такие названия не случайны, обычно они связаны с остатками какого-то очень древнего поселения. Но силы белорусских археологов были незначительны, всего там 3 человека было археологов. До замчища их руки не добрались, как, впрочем, они не попытались провести раскопки и на городище на Менке. Вот. Поэтому вопрос оставался, в принципе, открытым. Хотя в населении города Минска давно сложилось свое собственное представление о том, где находился Минск. И они выработали даже свою особую легенду
рассказывающий о том, что был некий Минеск, удалец, который построил мельницу, где муку мололи не из зерна, а из камней, что по ночам он разъезжал по округе, собирал людей, а из-за стен этой мельницы, почему-то мельницы назвали, вот слышны были дикие крики и прочее, прочее. Вот эта легенда даже наводила ужас на местных жителей, и историки в 19 веке записали даже такую присказку: «Не пойду по шляху в Беленском, поспоткаюсь с Минеском». Вот такое. То есть исторически, так сказать, сложилось представление у минчан о том, что древний город, то есть сам Минск, возник на берегу Свислочи, вот как раз на этом, на территории Минского замчища. Только в 1945 году начались раскопки Минского замчища, и значительно позже, в 1954 году, первые раскопки были проведены на территории вот городища на Минке. Раскопки в Минске оказались самыми крупными, самыми продолжительными. Они продолжались 11 лет. Мне довелось последние 5 лет руководить этими раскопками. Они были особенно крупными, большими. То есть в истории белорусской археологии раскопки в Минске до сих пор являются самыми крупными и непревзойденными по своим масштабам. Кроме того, окончив раскопки в Минске, я 4 года посвятил раскопкам и городища на реке Менке. Поэтому имею возможность сравнить материалы, полученные и при раскопках замчища, и при раскопках на городище на Менке. Минску я посвятил 2 книжки: «Древний Минск» и «Возникновение Минска». Ну и множество статей или отдельных глав в обобщающих книгах, где вопрос касается истории нашего города, древней истории Минска. Поэтому я вам сейчас коротко расскажу об основных итогах и покажу, о чем рассказали эти раскопки. Как возможно ответить на вопрос, где же все-таки находился первоначальный Минск. Ну, несколько слов об археологии. Вам не приходилось слушать курсы археологии. Ваши знания, наверное, ограничены в основном, может быть, теми небольшими сведениями, которые имеются или имелись в школьных учебниках по археологии, с которыми вы имели дело. Ну и, наверное, конечно, сюжетами, которые часто рассматриваются в телевизионных передачах. Археологию образно называют историей с лопатой. Есть 2 вида исторических источников, которые позволяют нам, так сказать, решать исторические проблемы. С одной стороны, это письменные источники. Ну вот, если касаться древней истории, это летописи, например, хроники, летописи и прочее. Но есть еще вещественные источники, вещи, которыми пользовались люди и которые можно разыскать, найти в процессе раскопок. Вещи могут тоже очень многое рассказать. А когда не хватает или вообще отсутствуют письменные источники, то вещи являются единственным источником, вот, который может раскрыть различные стороны жизни людей. И чем они занимались, и в каких постройках они жили, и прочее, прочее. Обычно, когда ведутся раскопки, много любопытных собирается посмотреть на раскопки. И когда же, и всегда возникает вопрос такой: а почему вдруг некогда существовавший город оказался в земле? В раскопках некоторых объектов, в том числе и Минска, я вам скажу, попадаются фрагменты нижней основания домов, прекрасно сохранившиеся деревянных домов. И, конечно, возникает такой вопрос: как же так? Иногда на глубине 5 метров от поверхности мы встречаем такие постройки.
такое расхожее представление или объяснение этому, что город провалился. Действительно, в легендах часто люди объясняют все это провалившимся городом, иногда провалившейся церковью и прочее. Но это неверно. Города не проваливаются. Все, все вот эти остатки древних построек и прочее, все, что мы находим в земле, оказывается в результате, ну, очень простой вещи. Росту так называемого культурного слоя. Когда люди живут особенно скученно, когда отсутствуют службы очистки города и прочее, всегда накапливается масса мусора. Вот строят дом, остается щепа, строят печь, остается там приносная глина и прочее, прочее. Подсчитано, что, вот в частности в Минске тоже было, за год вырастает 1 сантиметр такого слоя. Но через 10 лет уже вырастет 10 сантиметров, а через 20 лет 20 сантиметров. Это значит, что через 20 лет уже первые венцы, нижние венцы дома окажутся в земле. Вот если вы долго не будете убирать свою квартиру, у вас тоже вырастет культурный слой. И вы это, наверное, замечали. И можно найти вещи, которые вами были потеряны. Так что вот это прозаическое, так сказать, объяснение культурного слоя, роста культурного слоя объясняет нам, почему археологи вынуждены вести раскопки и находить в земле вот то, что когда-то было утрачено и потеряно людьми и оказалось прикрытыми культурным слоем. Вот культурный слой и раскапывается археологами. Раскапывается осторожно, по принятой методике, лопатками, никакие механизмы здесь не применяются. Иногда приходится переходить на нож, на совочек, на кисточку, чтобы не разрушить то, что встречается. Минск, древний Минск, оказался уникальным памятником. Есть несколько таких известных памятников, которые поразительны тем, что превосходно сохраняют все, что там оказалось в земле. Ну, в частности, хорошо сохраняют органические остатки. Ну, особые условия формирования культурного слоя, там, повышенная влажность почвы приводит к тому, что дерево превосходно сохраняется. Дерево, кожа, ткань, не говоря уже о металлических, костяных и прочих вещах. Вот благодаря большим раскопкам Минска и раскопкам городища на Менке мы можем с вами сравнить эти два больших объекта. Но сейчас я вам кое-что покажу, наверное, а потом продолжу свой рассказ. Я постараюсь сравнить материал раскопок Минска и городища с тем, чтобы ответить на вопрос, где же все-таки находился древний город. Так, ну давайте первый. У вас какая там папочка? Древний Минск. А, давайте первый. Это дворец. Ну вот, мы начнем с вами с Минска как раз, по очередности, потому что Минск дал громадное количество материалов, и он-то отвечает в основном на поставленный вопрос. Вот здесь находился когда-то древний город. Вот если вы посмотрите на место со стороны моста, да, в сторону спортивного павильона трудовых резервов, то вот таким предстанет перед вами это место. Но это место сейчас уже не соответствует тому, что было раньше. Раньше здесь была горка. Вот вырос культура, вот эта горка, Ленинское замчище, целиком состояла из культурного слоя. От 5 до 8 метров толщиной все это был культурный слой. Значительная часть этого культурного слоя раскопана была раскопками, вот, а значительная часть, к сожалению, была уничтожена застройкой этого района. Я об этом тоже немножко скажу. Здесь большая вина Академии наук, которая не смогла первоначально точно установить границы древнего города. Так,
Давайте дальше. А вот это фрагмент из летописи, да? Да. Вот так летописец, составитель одной из известнейших летописей, изобразил вот эту сцену взятия Минска и увода пленных минчан. Видите, ну? Следующий. Так, следующий. Он сейчас преслед. Не-не, а, там два должны быть. Да, два, да? Но второй — это битва на Немиге. Вот так тоже изобразил себя летописец. Так, ну давайте рассмотрим эти отдельные кадрики, а потом я вернусь к рассказу. Так, что там у нас? Раскопки. Венцы. Раскопки. Сами раскопки. Дерево. Да. Вот раскопки Минска великолепны в том отношении, что они позволяют не только изучить вот остатки построек и полностью реконструировать их первоначальный вид, хотя бы графически, вот, но и позволяют точно установить древнюю планировку и сделать научные реконструкции города Минска. Ну, давайте следующее. Да, вот даже ткани сохраняются. Это я просто вам в качестве примера привел этот рисунок. Дальше. Да. Вот вы перед этим видели остатки деревянных построек, ну, нижних оснований, их срубы такие были. Вот. И если это нанести на план все, то можно точно представить себе планировку древнего города. Вот. Да. А вот уже на основании этого и можно сделать научную реконструкцию, как выглядел наш Минск в XI-XII веке. Так, что там еще у нас? Молодежка. А? Молодежка. Молодежь стоит, это не молодежь стоит. Правда, я там тоже молодой стою. Этот снимок сделан 60 лет назад. Вот справа я показываю студентам только что найденную каменную иконку с изображением Божьей Матери. Богородицы в слоях XII века. Так. Здесь все хорошо. Здесь хорошо. Потом мы перейдем дальше. Короче говоря, вот раскопки на Минском замче позволили нам очень детально изучить планировку и застройку восточной части города. К сожалению, раскопки велись только в восточной части города. Потому что первоначально археолог, который вел раскопки, даже не задался целью попытаться определить настоящую территорию города. И он ее представлял очень небольшой. Ну, приблизительно 40 метров всего от реки Свислочи. И вот в этом месте и копал. А потом, когда встал вопрос о перепланировке этого района, то Академия наук, ну, точнее, Институт истории, а точнее, конечно, документ составлял этот руководитель раскопок Тарасенко Василий Родионович, отвели Древнюю Минску только вот эту маленькую территорию, 40 метров от реки Свислочи, и разрешили остальную территорию застраивать. И вот тогда проложили проспект Победителей, вот здесь проложили по самому центру Древнего Минска. Вот последующее изучение, в частности, я этим специально занимался, позволили установить точно территорию древнего города. А установить его удалось достаточно просто. Дело в том, что сохранились древние планы Минска. Ну, как древние? 18 века, например. И вот на этих планах города, на чертежах города, четко отмечена территория, окруженная мощным валом. Эта территория, эта часть города называлась Древним замком. О Древнем замке много архивных материалов существует. И вот эта территория, окруженная валом, простирается
на 350 метров от реки Свислоч. Не на 40 метров, а на 350. Вот до магазина Олеси, если вы знаете, да? Это, вот до магазина Олеси и дальше даже. И дальше. А раскопки, которые были проведены в Минске, и в частности я раскапал и древний, вот этот вал погасный, показали, что этот вал, который отмечен на планах 18 века, был древним, сооруженным в 11 веке. То есть благодаря этому удалось совершенно точно установить территорию древнего города. К сожалению, основная территория сейчас оказалась уже под асфальтом, под бетоном вот этого проспекта Победителей. Да, сейчас немножко подготовьте родище, а я сейчас немножко расскажу и о раскопках городища. Или есть возникновение Минска еще есть? А, или городище? Нет, городище. Хорошо. Городище, да. Городище. Это фильм. Да, да, да. Но пока не включайте. Да. Значит, что показали раскопки Минска? Раскопки Минска очень крупные, большие, пусть располагавшиеся только в восточной части, но они позволили представить в целом, так сказать, концепцию развития города, начало города, точно территорию города, можно было заметить. Они показали, что Минск возникает с сооружения крепости. Он, то есть совершенно очевидно, что город был построен по чьему-то велению, по княжеству, конечно, велению, что город был построен как княжеский центр, как княжеский город, довольно большой, 3,5 гектара, да, 3,5 гектара занимал площадь этот город, это укрепленная часть города, вал. Я уже говорил, 5-8 метров в высоту был, при ширине до 25 метров. Представьте, это по окружности приблизительно километр по периметру. Сколько нужно было насыпать и принести земли, чтобы соорудить такой вал. Тогда же не было таких механизмов, как теперь. Ни экскаваторов, ни бульдозеров не было. Все это в мешках возилось, в корзинах возилось. Нужно было согнать массу людей, чтобы насыпать только укрепление города. Но мало того, что здесь был насыпан просто вал, этот вал внутри содержал еще остатки деревянной конструкции, или как ее называют, субструкции. Значит, прежде чем насыпать землю, по ходу вала, по трассе вала, укладывали поперечные бревна. Сплошь настил такой деревянный настил, рубленый. Затем это присыпалось землею, сверху поперечные такие бревна шли по трассе, вернее, продольные, вдоль вала, и снова возводился такой слой. И вот таких слоев 8 слоев дерева. Вот подсчитайте, сколько нужно было срубить деревьев, чтобы заложить вот эту субструкцию по всей трассе вала. Это колоссальное сооружение было по тем временам, разумеется, при отсутствии механизмов. Топор только был. Все. Для чего это делалось? Для чего внутри вала содержалась такая деревянная субструкция? Для укрепления вала, для того, чтобы придать ему большую, так сказать, стройность, черты, сделать более крутыми склоны, чтобы крепость была неприступной. И вот такая субструкция исключала всякий подкоп под вал. Невозможно было прокопать туннель, чтобы проникнуть через вал, потому что там надо было вырубать или выщипывать, так сказать, вот это дерево. С помощью известной такой, получившей распространение относительно недавнего времени, в принципе, да, когда я начал руководить раскопками, это в 1957-1958 году, появилась такая методика установления дат по годичным кольцам деревьев.
разработана такая методика была. И опробирована во многих местах. И вот я тоже впервые попытался определить, когда же был насыпан этот вал из рубленного дерева на субструкцию. Исследования показали, что дерево начали рубить в 1062 году. То есть за 5 лет до первого упоминания о Минске в русских летописях. То есть получается, что город был только-только сооружен перед тем, как его разрушили киевские князья. Это новый был совершенно город. Новый, необычный, несомненно, княжеский, потому что без такого строгого, поддающего большой власти правителя, построить был город невозможно. Вот внутри вот этого высокого вала и протекала жизнь древних минчан. Поскольку, как я уже говорил, никто мусор никогда не вывозил, то внутри вот этой такой чаши и шло очень быстрое накопление культурного слоя. И в конце концов, уже так к 14-15 веку, культурный слой достиг вершины вала. Образовалась горка. Поэтому вот это Минское замчи было не естественной, а искусно, так сказать, возникшей на основе роста культурного слоя горою. Вся эта горка состояла сплошь из одного культурного слоя. Ну, я уже, говоря о тех колоссальных, так сказать, трудовых затратах на сооружение города, не упомянул о том, что укрепления не ограничивались валом, земляным валом. Поверх вала шла еще крепостная стена. К сожалению, она до нас не дошла, но мы знаем по раскопам других древнерусских городов, как выглядела такая стена, какова была конструкция. А при раскопках одного из городищ на территории Белоруссии, в Рогачевском районе, мне удалось обнаружить часть такой крепостной стены, что позволяет мне, так сказать, использовать это в качестве аналога для реконструкции и древнего Минска, древних минских укреплений. Ну, а вот сейчас давайте мы посмотрим, а что же было на городище Наменки. Я сначала немножко объясню, а потом посмотрим с вами. Значит, там тоже я в течение 4 лет проводил раскопки, большие раскопки, увозил всех студентов, это большая армия. У вас 120, да? Да, 120. 120. А я увозил 150-200 человек, весь исторический факультет. Студенты на первом курсе исторического факультета обязаны пройти археологическую практику. Вот все они проходили у меня практику. Ирина Петровна тоже проходила, только не в Минске, в другом месте. А в Ищи. Вот там, где, да, вот там, там, где я открыл остатки, там и клад найден был, и остатки крепостной стены. Так вот, что же это за городище такое в деревне городище? Вот само название деревни возникло потому, что там были остатки древнего укрепленного пункта, который в Беларуси называют городищем. Ну, это вообще археологическое такое распространенное в славянских языках название остатков древних поселений городища. Значит, во-первых, выяснилось, что на том месте действительно было древнерусское поселение. Поселение эпохи Киевской Руси. Но это поселение не было поселением городского типа. Оно было сельским поселением. Ну, остатками просто деревни. Материалы, которые были получены, свидетельствуют о сельскохозяйственном, так сказать, типе жизни, об занятии. Там, по существу, отсутствуют всякие свидетельства городского ремесла. Более того, материалы раскопок показали, что там не было феодалов.
Там жили обычные крестьяне. Обычные независимые крестьяне. А в отличие от этого в Минске, там совсем другая картина. Вы потом посмотрите фильм, снятый мной для студента специально, посмотрите, чем отличалась Минск от этого. Затем, что еще второе интересное? Там не было укреплений. Вот в период существования селища там не было укреплений. В летописи сказано, что минчане укрылись в граде, а там не было. Вот эти валы, которые сейчас стоят, которые можно наблюдать, туда нередко возят экскурсантов, так сказать, убеждая, что это остатки древнего города, ссылаясь на вот существующее, так сказать, мнение. Эти укрепления были построены где-то в 16-м, я думаю, веке. В 16-17 веке. Это хорошо видно, я вам потом покажу фильм, специально снятый мной для этого, и вы поймете, почему мы делаем такое заключение. И что еще интересно? Первоначальное поселение, которое там было, древнерусское поселение, дожило лишь только до начала XI века, а потом сгорело. Значит, когда летопись упомянула о Минске в 1067 году, там вообще не было поселения, не только укрепленного поселения, но вообще не было поселения, уже не было. Археологические вещи прекрасно датируют остатки этого начального поселения. Вот я вам в качестве тоже интересного примера, значит, приведу следующее. Возможно ли представить себе жизнь человека без огня? Невозможно, правда? И огонь появился даже задолго до того, как человек приобрел современный вид, до Homo sapiens. Еще люди, не дошедшие, так сказать, до уровня современного человека, уже умели добывать огонь. Без огня невозможно себе существование, правда? На огне готовят пищу, с помощью огня обогревают жилища и прочее. Как добывали огонь в древности? Добывали, спичек не было, да, и зажигалок не было. Добывали с помощью металлического такого специального предмета, его называли кресалом. И искру высекали из камня, из кремня, эта искра поджигала специально подготовленные. Обычно ткань такую. Вот. Потом раздували огонь. Вот с помощью кресала высекали. Кресала в Древней Руси имели 4 разных типа. И каждая кресала имела свой возраст. Например, самые ранние кресала напоминали собой булочку, что ли. Или калачик. Поэтому их назвали калачевидные кресала. А там еще такой язык был. Вот калачевидные кресала характерны были для 10-го, начала 11 века. Позже появляются кресала без язычка. Для середины 11 века, конца 11 века были характерны кресала без язычка. В начале 12 века или даже в конце 11 века появляется другого типа кресала. А прежние исчезают уже. Кресалы меняются. Там такие рамочные уже появляются кресала. А в 13 веке тоже меняется тип. Так вот, на Городище, не только в моих раскопах, но и в раскопах, которые продолжает до сих пор Академия, пытаясь все еще найти остатки Древнего Минска. Найдены только кресала калачевидные с язычком. И найдено 8 штук их. И никакого другого типа кресала не найдено. Поэтому даже на основании вот этой категории находок можно сказать, что древнерусское поселение там датируется 10-м, началом 11 века. Вот вам пример того, как археологи датируют поселение. То есть, короче говоря, на Менке в 67-м году не было вообще поселения, оно разгорело до этого за 50 лет приблизительно до этого, и тем более не было укрепленного поселения. Вот, поэтому вопрос о том, где находился первоначальный Минск, по-моему, решается совершенно определенно. И если вы будете где-то читать еще о том, что там все-таки было поселение, то это обычная
лапша, которая вешает на уши. Вот имейте в виду. Ибо сравнить материалы Минска и городища на Менке. Ничего сходного, ничего общего. Разные совершенно типы поселения. Минск – типичный город, там типичное селище или деревня. Там не найдено ни браслетов стеклянных, ни амфор, вообще привозных импортных вещей не найдено. Оружия там не было, ни одной шпоры не найдено. А шпоры – это показатель быта феодалов. По заключению академика Рыбакова, древний русский город представлял собой коллективный замок феодалов. Минск полностью соответствует всем признакам города. Так что вот в этом споре о том, где находился Минск, по-моему, все совершенно очевидно. Лишь только амбиции некоторых археологов вот, не позволяют им согласиться с этой идеей. Я упустил один момент относительно Немиги. А вот как быть с Немигой? Дело в том, что мы по-разному можем комментировать с вами это событие. Пошли к Немиге. Что значит пошли к Немиге? Известно, что внутри города сражений быть не могло, потому что войско было представлено конными воинами. На узких улочках городов невозможно было коню развернуться. Минские улицы, а самая широкая имела 4 метра, а остальные по 2 метра. Поэтому, в принципе, исключено сражение конных воинов внутри города. И в других случаях, в принципе, это известно, когда неприятель подходил к городу, из города выходили воины, и сражение проходило на открытом пространстве. Поэтому, конечно, вот это летописное выражение «и пошли к Немизе» можно объяснять таким образом, что при подходе войска Всеславичей, значит, минские князья вышли к Немиге, и вот там произошла эта знаменитая битва. Вот. В каком месте конкретно? В какой-то самый город или в стране от города. Места хватало, короче, для битвы. Поэтому говорить о том, что на этом основании, что город находился в другом месте, нельзя. Ясинский явно ошибался. Более того, хочу заметить вот что, о чем Ясинский умолчал. В одной из русских летописей, ну, конкретно в новгородской летописи, сохранился любопытный документ, который датируется XIV веком. Он называется так. «Список городов дальних и ближних». Летописец оторвался от, так сказать, освещения событий ежегодных и решил перечислить все города, которые ему были известны. И эти города он раскрыл по княжествам даже. Ну, а все там новгородские княжества, города новгородской земли перечисляют. Затем идет раздел. А все литовские города, но 14 век, территория Беларуси вошла уже в состав Великого княжества Литовского, и он перечисляет там и Полоцк, и Витебск, Минск, Немиза рядом. Рядом с Минском поставлен Немиза. Летописец, вот, который составил этот список, явно предполагал, что это один из городов. Ну, к сожалению, мы не знаем такого города. Я кое-что писал об этом, высказывал некоторые предположения. Вот, но сказать точно, где находился город Немиза, я не знаю. Во всяком случае, на основании вот этого выражения не следует утверждать, что город находился, Минск находился в другом месте. Вот. Ну и еще вот один момент, который, может, вы упустили по поводу тоже одного из аргументов Ясинского о том, что город Минск находился в другом месте, потому что он должен получить был название свое от реки с корнем Ментом, Менка и прочее. И вот он полагает, что именно там возник. Возле деревни Градище. Но и в Минске была такая река. Вот в чем дело. В Минске была такая река. Вот я здесь сказал об этом, но, может, вы пропустили. Просто напомню еще раз. Дело в том, что в топонимике, городской топонимике Минска, архивные материалы сообщили о том, что район, близкий к Юбилейной площади и улице какие там, Сославская улица, Грибоедова, вот этот район назывался по актовым материалам Верхменем, Верхмень. Вот название Верхмень вообще известно в Беларуси. Известны населенные пункты с названием Верхмень. В частности, на севере Беларуси есть такой населенный пункт Верхмень. И он стоит на реке Мень там.
Значит, очевидно, и в Минске была такая речушка с названием Мень. Вот, сохранившаяся в памяти по району Верхмень, от которой, в принципе, Минск получил свое название. Поэтому все эти вопросы, которые возникали, которые заставили Ясинского искать какой-то другой Минск, они решаются, в принципе. Поэтому вот будьте осторожны, когда вам предлагают какое-то другое объяснение. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Я слышал от одного из историков, который занимается палеографией, он нашел документ, и он хотел вот через меня вас спросить. Помимо того храма, который вы нашли, фундамент, был еще какой-то храм деревянный, который находился как раз-таки на месте, где сейчас Немига, ну, станция метро. Вы что-то знаете об этом, или это все-таки исторический? Ну, я писал об этом, но не деревянный. Не деревянный. Дело в том, что были сделаны попытки московскими двумя археологами сделать реконструкцию деревянной церкви над вот этим фундаментом. Но она не подтвердилась, эта реконструкция. Там, те материалы, которые они использовали, оказались принадлежащие или относящиеся к разным вещам. Это мы, во-первых, значит. Вообще вопрос о Минском храме, он очень интересный, любопытный, требует особого, так сказать, изложения. Но в Минске, судя по документам 16 века, была еще церковь Рождества Богородицы. Об этом прямо говорится, например, в одном документе конца 16 века, где рассказывается о том, что киевский митрополит Михаил Рогоза отслужил службу в храме Рождества Богородицы на замке Минском. Была она. Я даже пытался и найти ее в свое время, когда руководил раскопками, но не удалось обнаружить мне ее. Хотя ее место известно по планам 70-х годов 18 века. Там отмечено место этой церкви. Она находится под бетоном вот это, проспекта Победителей. Немножко в стороне от раскопок. Так что, да, ее нужно искать. Я полагаю, что это, конечно, был древняя церковь, поскольку вот эта церковь, которую мы обнаружили, не была достроена. И я думаю, что Минск не мог существовать, и древними существовать без церкви. Скажите, пожалуйста, вот раскопали все это, вот в этом месте вы показали, а что потом сделали? Ну, все это вещи все были выбраны, разумеете. А бревна? Это же очень бревна, их большое количество. Ну, бревна их сохранить невозможно. Они уже, будучи, так сказать, выкопанными на воздухе, они начинают разлагаться быстро. Поэтому местные жители окрестных дворов разобрали их на топливо. Собрали. А куда их девать? Да. Из них не сложишь снова второй город. Если бы возникла необходимость, вот я считаю, что лучший был бы способ увековечить Древний Минск, это построить натуральную величину макет города на той территории. Потому что мы знаем точно, по моим планам, я их опубликовал все, мы знаем точно, где находился, какая постройка, какого размера она была и прочие дворики, уличные, мостовые, все это можно было бы восстановить. Ну, из современных материалов. Что для этого надо снести? Да ничего не снести не нужно. Там эта часть, она свободна сейчас. Это пространство между спортивным приемом двух резервов и рекой. В этом месте можно, да. Именно реконструировать ту часть, которая была изучена. Это будет уже точно, документированно все это сделано, понимаете? Вот. Ну, может, когда-нибудь дойдут до этого. Михалыч, а вот есть упоминание о церкви Воскресения Христова, которая находилась в 14 веке, наверное, где-то вот в этой части, может быть, там, за Петропавловским собором, там, как бы слышали такую информацию? Ну, я слышал, что тут есть какие-то упоминания, но не знаю, 14 века не знаю, в материалах 14 века я об этом не слышал нигде, мне не попадалось нигде. Археологически тоже не было обнаружено, пока нет. Но церковь была точно на территории Минского замка. Дорогие друзья, благодарим уважаемого профессора за оказанную честь для нашего Института теологии.
за большую содержательную лекцию. Вы нас чрезвычайно обогатили фактологическим материалом, теоретическим. Действительно, я думаю, что представленная вами информация, она может лечь в основу исследований, студенческих работ, в перспективе научных работ наших ребят, выпускников, наших коллег. То, что вы сделали прекрасно на основе общего археологического материала, я немножко интересовался вопросом древней церковной истории Минска. Я знаю, что на сегодняшний день очень мало публикаций по этой теме, но там порядка, может быть, 9 храмов было, там, ну, уже на момент, там, может быть, века 15-го. Часть из них, как Эдуард Михайлович сказал, это древние церкви Минска. Поэтому все эти поля для нас с вами открыты, как для исследователей, надо прилагать свои усилия. Вот в прекрасных достижениях наших учителей, отцов и дедов. Большое спасибо, Эдуард Михайлович, за содержательную лекцию. Спасибо вам. Благодарю вас. Спасибо.